Virtu Constellation F. Замена внутреннего дисплея. Для снятия внутреннего дисплея необходимо снять внешний дисплей. Подробности смотрите в ролике Virtu Constellation F. Замена внешнего дисплея. Откручиваем два винта с внутренней части корпуса. Металлической лопаткой поддеваем плату с дисплеем и снимаем накладку со слуховым динамиком. Отсоединяем дисплей от дисплейной платы. Обратите внимание, дисплей идет в сборе с металлической рамкой. Новый дисплей крепим на дисплейную плату и вставляем в верхнюю часть телефона, не забывая при этом про накладку со слуховым динамиком. Закручиваем два винта. Все, внутренний дисплей заменен.